Всем привет, ребята, сегодня очень страшные игры, поэтому сразу говорю, подальше от экранов будет очень страшно. Ну а для тех, кто храбрый и ничего не боится, можете продолжать смотреть. Сегодня 8 игр, все по порядку покажу, садитесь поудобнее, поехали. Первая у нас игра, это что-то типа свинья, Гренни, что-то типа того, но я не понимаю, что это за игра, не знаю, первый раз запускаю, я не играл. Так, что мы делаем? Мы вначале выбираем, кем мы будем играть. Так, давайте выберем. Так, за кого играть? Кто тут самый страшный? Я не знаю, тут все какие-то милые, няшные. Кто вот страшный? О, вот, ну, кстати, нет, он не страшный. Я думал, слон страшный. Ну, давайте вот так. Так, девочкой давайте сделаем. И какую-нибудь одежду. Какой цвет? Розовый, конечно. Так, нижняя часть белая. Так, меня зовут... Буба, мастер, повелитель. А, нельзя написать. Ай-яй-яй-яй-яй. Буба, мастер. Буба, мастер. Да, все, мне нравится. Так, что-то тут создается мир. Ой-ой-ой, тут заставка даже есть, представляете? Ой, сколько игроков. Так, что будем делать? Пони. Это пони у нас. А тут можно пропустить эту тренировку? Потому что я засну сейчас. Но это нельзя пропустить, ребята. Поэтому придется мне тапать пальцем, пока я с ума не сойду. Что надо делать? Буба-мастер. Во! Кстати, шрифт прикольный, никнейма. Ой, это сиреноголовый, что ли? Вы слышали? Это сиреноголовый. Ого, так это сиреноголовый, а не Гренни. Я что-то перепутал, ребята. Это совсем страшная игра. Все, все убегайте. Все. Ногой, вы видели, как? Какая анимация у него была ногой? Так бабах! И это все исчезло. Смотрите, как вот красиво написано. Буба мастер. Шрифт прикольный, видите? Красиво получилось. Ого, это что, армия мертвецов каких-то? Это все против нас? Загрузка. Так, что нам? Надо оружие какое-то найти. Так, и чё? Давайте сразу все проверим. Башню проверим. Отсюда сразу все видно. Где сиреноголовый? Первая волна, 30 секунд. Это что значит? Какая еще первая волна? У меня здоровье есть какое-то. Чё делать, ребята? Чё делать? Что это? Ключ зеленый. У кого? Что там зеленое? А где? Зеленый ключ. А зеленый ключ у меня. Так, хаммер, молоток. 3 секунды. Что будет через 3 секунды? Это что, на меня кто-то нападет или что? Что будет-то? Ой, я могу на крышу запрыгнуть? Нет? У меня такое ощущение, что можно, но... Но надо стараться. Стараться тренироваться. Так, что происходит? Подождите. Идут какие-то чуваки. И они куда идут? На меня, что ли? Так, а вот этого чувака они убьют или нет? Или это так просто он стоит? Он задание типа у него. Не знаю. А где все вообще на мои напарники делись? Они были вначале, потом просто растворились. Что мне делать одному теперь? Зеленый ключ. Я не могу входить туда, потому что за мной трое бегают. Где мои напарники? Где команда? О, можно бить их? Подождите, а может можно бить? У них здоровье даже есть, смотрите. Но это только если троем их бить. Один не хватает мне. О, у меня здоровье восстанавливается. Посмотрите на мое здоровье. 92. 82. То есть она чуть-чуть восстанавливается. 83. По единичке. То есть я попробую сейчас всех убить. И пока следующая волна не придет, и у меня восстановится здоровье по чуть-чуть. Как вам такая идея? Ладно, давайте посмотрим, что здесь внутри. Мы же открыли. Что здесь? А какой-то ключ синий, голубой вернее. Или, ну да, голубой. Так, а что, взять можно его? Алло, как можно взять его? А, надо сюда нажимать, хорошо. Да, значит, синий ключ. Так, а какой здесь ключ? Это не он? Да, это он. Что дальше? Тут нечего делать. Загрузка.
Не понял, что произошло. Ладно, идем дальше. Следующая супер страшная игра. Какая-то вот такая. Я не знаю, что это, ребята. Не запускал, не знаю. Может, она не запускается даже. Ну что, ждем загрузку. Ждем, ждем, ждем. Я чаек попью. Походу, интернет нужен. Она не запускается, потому что нет интернета. Ну что, дадим возможность игре показать рекламу. Включаем интернет. Wi-Fi включен. Запускаем. Какая-то она очень злая. И это что это тут торчит? Это что, AirPods, что ли, шнурок? Непонятно. Не, игра не работает, ребята, извините. Ой-ой-ой-ой, не то нажал. Не то нажал. Не то нажал, подожди. Подождите, подождите, а что мне надо? А, вот что. Не то нажал. Так, вот сюда. Так, тут надо переворачивать. Почему, не знаю. Так, пистолет. Автомат. Это все закрыто. Погнали. А что мне взять? Пистолет. Берем пистолет. Next. Так, follow the map and meet the company to make it. Так. Ох, какой город. Все, открытый мир, наконец. Так, у меня 2 минуты. Что делать? Что делать? 2 минуты-то у меня. Не, ну а что делать-то? Стрелять в кого-то? Ну, давайте проверим, могу ли я убить кого-то. Я не знаю, кто это. Ну, я как бы должен был уже убить, но он что-то на меня повернулся. Ага, ясно. Ой, мои ноги, посмотрите, как болтаются. Бам, я по воздуху хожу, смотрите. Фью, фью. Так, она не испугалась, да? Who's there? Возможно, это просто зомби. Это не люди, это зомби, ребята. Я никого не убиваю, если что. Осуждаю. Осуждаю. Кого не убиваю. Так куда мне идти? Алло, что за игра вообще? Появился в каком-то перекрестке. Машин ничего нету. Что я должен сделать? На корточках ходить вот так. Вот я на картах стал. Сел. А это что за кнопка? Вот это. Чуть за кнопка. Оружие крутое купить или что? Или переключить на автоматическое. Которого у меня нету. Вот видите, какая-то кнопка здесь. И она заполняется. Типа суперспособность что ли какая-то. Я вот не знаю, плюс-минус не работает. Чё-то так себе игра, ребят. Я думаю, вы не против, если я просто ее закрою и удалю. После записи видео, конечно же. Идем 4-ю игру смотреть. Я какую-то ерунду подобрал, я не знаю вообще, что это. Scary Green Grandpa Alien. Ну, может, это хоть более-менее игра нормальная? Так, что происходит? Все танцуют. Что делать? А, это заставка такая. Ну ладно, смотрим заставку. Ой, что это? Куда мы летим? Что мы делаем? No aliens allowed. Help me. Need to save my friends. Play. Происходит вообще? У него голая попа. Хоть бы трусы одел. Так, что происходит? Подождать надо. Там кого-то схватили. Пришельца второго, нашего друга. Нам нужно его спасти теперь. Ага, вначале потанцевать, а потом спасти. Я понял. Что за стрёмная игра вообще? Что происходит? Фейерверки какие-то. Нашего друга, короче, в плен взяли, он танцует. На радости. Ясно. Alien Soup, Alien Barbecue. Косточка. Не понял, что это. На вертеле. Ой. Идем дальше.
Ладно, я не могу играть, честно, в эту игру. Идем дальше, вот лучше в следующую игру. Короткий ролик, кстати, получится, мне кажется. Я просто не могу играть. Я просто засну сейчас. Зачем такие игры я выбрал? Извините, ребят. Не знал, что они настолько плохие просто. Так, заходим сюда. Что за дверь? Что это? Нажимай. Так. О, любовная история. Давайте это посмотрим. Рекламу. Я просто хочу какой-то новый уровень открыть. Я там застрял на каком-то. Придется смотреть рекламу, ребята. Так что зажмите нос. Зажмите нос, чтобы не нюхать это все. Чего? Походу, надо в игру зайти сразу, когда интернет включен. Вот я его включил и заново входим. Она пишет, просто нету рекламы. А нет рекламы, потому что я заходил без интернета. Заходим. Так, и вот сюда сразу. Да, я гений. О, это похожая игра на мою, где я бургеры делал. Так, давайте, раз. Классная игра. Так, что тебе еще? Вот это? Класс. Delicious. Два бургера забирай, пожалуйста. Это не лопнешь, детка? Столько еды брать. Классная игра. Мне такие нравятся. Я просто как-то вот... Ну, что-то нравится мне готовить. Вот, людей не заходят, что-то кликаешь, что-то делаешь. В общем, я всегда рад таким играм, если бы там рекламы еще не было. А, надо три раза посмотреть рекламу. Три раза заценить, осталось два. Да ну нафиг. Ладно, играем, что есть. Будет реклама, я просто эту игру сразу... Фух! И идем дальше. Потому что рекламу я уже посмотрел. Хватит с меня денег. Потому что реклама иногда, кстати, довольно дорогая. Один просмотр нам 10-20 центов им приносит. Это нормальные деньги. Представляете, это я принес, а потом еще после меня 10 человек скачало. Еще. Это каждый день. У них денег-то нормально у них. Так, а что звука нет? Короче, после рекламы очередной глюк. Это я знаю такое. Реклама была, закончилась. Звука нет в игре, потому что она глушит рекламу. Она не засчиталась, что реклама закончилась. И она думает, я смотрю рекламу. Поэтому не было звука. Смотрите, я запускаю этот же уровень снова. Смотрите. И они будут что-то говорить вначале, сразу в начале. Вот, смотрите. Если так, то я гений. Смотрите. Ну-ка. Да, я гений, спасибо. Я гений. Can I have tell a bite? You what? I'll think about it if you fetch me my favorite Oreos. Lester, you better not be sleeping, you lousy good-for-nothing tool. Так, что нам надо делать? Что нам надо сделать? Так, дверь закрыта. Заходим сюда. Пролезем мы? Пролезем. Надо что-то найти, чтобы испортить им еду. Добавить что-то там, типа, острое или еще что-нибудь. Я, правда, не знаю. Я не играл в эту игру. Я даже не знаю, что здесь собирать можно. Попробуем пробраться на кухню. Вот же кухня, да? И найти что-то такое вонючее. Ну, не знаю, что-то плохое. Здесь всякие... Это Орео, да? Орео с молоком. Это понятно. Что это у нас? Ну, возьмем, пусть будет, может пригодиться. Так, что-то здесь, смотрите. Да это со... Они там прям Gangnam Style танцуют. Gangnam Style. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Gangnam Style. Ничего я не нашел, по сути, какая-то... Это сок, походу, яблочный, то, что я нашел. Тут есть какой-то ключ еще, смотрите, на столе. Я его возьму. Куда он, не знаю. Посмотрим еще вот в этой комнате. Здесь барабаны. Кстати, они услышат звук? Да, они узнают, а услышали звук. Можно их приманивать всегда таким образом. На барабанах играть. Так, может быть, здесь что-то спрятано? Что-то открывается? Не знаю, шкаф открывается? Нет. Вообще ничего не открывается. Шуфлятка? Нет, ничего не открывается. Ничего не открывается. Та-да-дан, да-да-дан, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тут даже с дома выйти нельзя, все закрыто, представляете? А где его напарник делся, я не понял. Почему нам только одного показывают этого? Тут бильярд можно поиграть. Здесь тренажерка. А где напарник? Не понял, как он меня увидел. Не понял, как он реально меня увидел. Куда он бежит?
А. Как он меня увидел? Через стенку, что ли? Ладно, фигня игра. Привет, сосед! Когда уже третья часть выйдет, я не знаю. Если она такая популярная была, что третью часть не выпустить? Я бы вам показал, насколько она плохая за 3 минуты. Если бы была третья часть. Мне кажется, или графика лучше стала, посмотрите. Или я так отвык от этой игры, что мне кажется, это офигенная графика. Посмотрите. То ли тут цвета красивые, то ли что. Вот я вам медленно показываю, посмотрите. Что-то поменялось или что? Обновление какое-то? Я просто не слежу, у меня все игры обновляются автоматически. Ну как-то цвет как-то дома что-то поменялось, не знаю. Какие колесики у этой тачки, посмотрите просто. Как на таких ездить? Вы только представьте, это что такое? Это что такое? Это что такое? О, как я уже говорил, и показать вам фишечку. Берем любой предмет, смотрите, любой предмет, который можно взять в руки. Ну что у нас тут есть? Вот мусорка, да, тут что-то есть возле мусорки. Вот, беру это с собой. Давайте еще возьмем пару штук, чтобы я вам показал фокус сейчас. Я уже его показывал, но многие не помнят его. Сейчас удивитесь, если не знаете вообще, что я собираюсь сделать, потому что такое на YouTube не показывают. Такое на YouTube нельзя показывать, потому что никто не знает. Вот, самое главное мне сейчас закинуть эту штуку вот туда. То есть через забор. Ну это как получится. Опа! Смотрите теперь сюда, смотрите. Вот она, видите, упала? То есть она телепортировалась сюда. Я сейчас все закину туда. Все, что есть. Так, сейчас ровненько. Наверное, вот так, да? Нет, она как-то... Как я забросил с первого раза? Сейчас не получается. То ли тут есть физика, и эти вещи просто тяжелее. Чуть-чуть выше. Вот. Бегу. Смотрите сюда. Внимательно. Вот сюда. Смотрите. Опа! Бам! Как вам такое? А прикиньте, если туда привет сосед поместится, тоже туда прилетит. Че угодно. Ой, здрасте. А че он такой злой? Я, может, просто проходил мимо дома. Смотрю, дверь открыта. Просто посмотрел, поинтересовался, что тут такое. А он сразу за мной бегоняться. Неадекват какой-то. Блин, выруби телевизор этот. Как вырубить этот звук ужасный. О, я взял его, все идеально. Я с собой буду носить. А мы включим граммофон. Во. Еще радио где-то было у него. Вот радио. Ай-яй-яй, попался я. Так, и злая... Злая монашка. Давайте играть. Play. Так, субтитры, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вроде все правильно, да? Мне, кстати, пианино нравится. Мне нравится вот звук пианино. И очень... Вот когда фильмы страшные, да, хорроры такие, ужастики с пианино, звуками, мне прям реально страшно. Потому что люблю звук такой. Блин, как игра плавно идет, заметьте. Посмотрите просто. Нет, посмотрите, реально. Таких игр очень мало. Игра идет просто нереально как-то плавно. Да, вали от меня. Вали. Я застрял. Давайте еще раз. Я застрял. На самом деле туда не надо идти. Дайте еще раз. Туда не надо идти. Там надо, по-моему, через шкаф пролезть куда-то. Вот смотрите, как надо правильно проходить. Я-то знаю. Надо идти, смотрите, сюда. Здесь секретный проход. Жмем сюда. Здесь второй секретный проход. Это под ковром проход, если что. И спускаемся вниз. И после этого начнется уровень другой, смотрите. Я не вру. Идем вот сюда, нажимаем на эту штуку. Можно и сюда, наверное, куда-то идти, я даже не знаю. А, это разные уровни. Это разные уровни. Значит, нам сюда, наверное. Давайте попробуем вот в это место. По порядку все.
Здесь я не был вроде. Я ходил туда, в ту сторону. Так что это будет новая локация для меня. Новая карта. Так, мы вылезли. Интересно, назад можно вернуться прямо сейчас, смотрите? А подождите, а нельзя? Нельзя вернуться? Или можно? А откуда я вылез? Откуда я сюда появился? Здесь нету дырок, ничего. А, вот она. Да? Трэпдор называется. Ну, все правильно. Возвращаемся. Мы просто проверили, можно ли назад вернуться. Теперь я знаю, что можно. Все, идем, значит, сюда. Так, что тут в шкафу? Прятаться? Нет, что-то лежит. Че это? Че это такое? Это просто так? А, можно тебе реально прятаться. И, кстати, двери сами закрываются. Вот это... В Грэнни такого не было, помните? Многие места там надо нажимать. Или в «Привет, сосед», не помню. Ну, короче, там по-другому все. Praise the Lord. Praise the Lord. Превозносите Лорда, что ли? Praise, по-моему, как-то так. Может переводиться. Так, что тут такое? Что-то закрыто. Что-то темно так вообще. Так, а что фотография? Что с ней делать? А, надо читать текст, это что-то связано с сюжетом игры. За нами тут кто-то гоняться должен, потому что тут прятаться можно. Но пока никто не гоняется, но я ничего не вижу, как и вы. Вы думаете, темно у меня там видео? Не, тут игра темная. Да я, наверное, хуже даже, чем вы видите, потому что у меня камера лучше, получается, в ночи видит. Что тут надо? Что-то ложить надо, и что-то произойдет. Какой-то код здесь, смотрите, есть. Сундук откроется после этого. Книги какие-то. Я не знаю, что тут вообще такое. Я вообще не думал, что по-другому все будет. Игра немножко изменилась. То же самое. Такая же комната. Или что, я по кругу хожу, что ли? Ой, меня кто-то съел. Опа. Меня кто-то съел, но я смог сбежать. Но я все равно ничего не вижу. И поэтому то, что я сбежал, мне ничего не дало. Но здесь есть какая-то наверх лестница. Может быть, мне сюда? Блин, мне не спастись. Мне не спастись здесь. Что это такое? Какая-то кнопка появляется. Блин, что с ним сделать, чтобы он за мной не гонялся? А, ребята, что сделать? Давайте спрячемся за вот здесь, за скамейку. Такой может помочь? Вариант такой. Да ладно. Не, нафиг эту игру. Давайте мясника и все. И пьем за то, что больше таких плохих игр, чтобы не делали в будущем. Ну, сделали, ладно. Мы знаем, что они плохие. И чтобы вы не заказывали такие плохие игры, еще надо выпить. Потому что вы все время что-то просите какую-нибудь ерунду поиграть. Я не всегда хочу, конечно, но приходится, приходится. Ради миллиона подписчиков стараюсь, да, ребята. Хочется вот в 2021 году, к концу года, к Новому году, 20... Ой, миллион получить подписчиков. Но это сложно, как-то сейчас вот, ну, лень снимать видео, то все. Так, я не понял. А, сюда надо. Заходим сюда. Шманай давай. Так, вот это кнопка. Та-да! Че там? Что за звуки, говорит он? А по-другому в дом, по-моему, не попасть. Есть вариант, смотрите. Он идет сюда. Я падаю вниз. Обхожу его. Обхожу. Захожу в дом и закрываю дверь. Блин, я застрял, представляете? Давайте еще эту дверь закроем. Он за мной идет. Так, смотрим. Так, что-то там. Так, он зашел в дом. Он идет туда. А я иду на второй этаж. Все, он меня потерял, походу.
Ай-яй-яй-яй-яй, я в дырку провалился. Тут какая-то дырка. Что за дырка-то? Так, а что тут? Можно в холодильнике спрятаться, да? Можно? Закрываемся. Все. Фух. Тут, надеюсь, не человеческое мясо? Фух. Кэн. Банка. Вот он пошел на второй этаж. Ну-ка, это работает вообще? Да, это работает. Ой, я за дверью, кстати. Можно тоже так прятаться, смотрите. Он же не видит через дверь. А я здесь. Идет. Он слушает шаги. Не, походу на второй этаж пошел все-таки. Так, а часы могут помешать ему? Нет, часы не работают. Вот эту дверь мне надо открыть, я выиграл, убежал отсюда. Так, он наверху, только где? Ой-о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 й. Снова я за дверью. Сработает? Ну, только если он сюда не пойдет. Я не двигаюсь. Что здесь такое? Подождите, можно спрятаться? Подождите, он идет? О-о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 -
А куда он пошел? Там же ничего нету, там угол просто. Ходит как робот какой-то такой, дын-дын-дын-дын. А что-то в настройках можно поменять? Графика. А, визуальные эффекты что-то не включены. Это что такое? Это кровь типа? Play. Подождите, я вышел с игры случайно. Что за бред? Play. Ладно, я вышел. Ну, такие игры. Мне не понравился этот выпуск. Вообще прям один из самых плохих выпусков. Это вот этот, ребята, запомните. Потому что мне ни одна игра вообще не понравилась. Вот просто вообще. Я, наверное, из всех, что самое интересное? Ну, наверное, какой-нибудь... Я даже не знаю, какая игра из них самая интересная. Они все отстойные. У всех 0 из 10, короче. Ну все, спасибо, что смотрели, ребята. Все, все выпуски закончились. Дальше буду думать, какой-нибудь новый формат или как-то... Может, на андроиде игры покажу, тоже давно не снимал. Или еще что-нибудь придумаем, посмотрим. До новых встреч, спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. До новых, до старых, до новых, до старых, до встреч. Чао, бамбино, синьорита. Пока.